Бокс – это опасно. Бокс уничтожает суставы рук и ног. Бокс – это для молодых. Так ли это на самом деле и на что способен бокс серебряного возраста? Узнаем в программе «Звоните доктору». Доктор ответит на все ваши вопросы. В студии главный врач гериатрической больницы Мария Дмитриева и директор комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников. Программа «Звоните доктору». Смотрите 3 октября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».